подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу арочная 2 на 4 на брусе. Будет цельный Г и форочка в торце. Каркас поставили, закрепили его к брусу. Сейчас будем крыть поликом, потом дверь и форточка, отделка. Завершился монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу арочная 2 на 4. Пойдем смотреть. Цельная дверь у нас с одного торца, форточка торцевая с другой стороны. Каркас сделан с профильной трубой 20 на 20, средняя арка 20 на 40. Покраска примерно порошковым способом, цвет шоколад. Есть диагональные усилители для большей жесткости. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен в земле с помощью якорей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая компактная, но очень прочная и надежная теплица у нас получилась. Все, у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем.